Дорогие друзья, часто родители спрашивают, ну как же, что сделать, чтобы ребенок полюбил чтение? А я вам сегодня открою один небольшой секрет. Чтобы малыш полюбил чтение, нужно использовать книжки, которые будут, первое, интересные, второе, яркие, и в-третьих, читать их нужно очень-очень выразительно, эмоционально. Для первого чтения Клевер приготовил вот такие вот замечательные книжки. Первая книжка называется «15 историй сказок для первого чтения. Маленькие мечтатели». Вторая называется «Верные друзья». И третья «Добрый светлячок». И в каждой из этих книг масса ярких иллюстраций про разных детей, про разные игрушки и разные интересные ситуации, которые, безусловно, заинтересуют вашего ребенка. В этих сказках, в этих книжках очень много происходит всего замечательного и интересного. Если вы будете читать их выразительно, рассматривать разные замечательные иллюстрации, то ваш малыш не останется равнодушным и обязательно полюбит чтение.